под простой люстрой находится самая обыкновенная кровать. Казалось бы, ничего особенного, но не забываем, что мы находимся в Томске, а Томск находится в Западной Сибири. А в Западной Сибири много болот и мошкары. Это все мошки, которые нападали в наше отсутствие с этой люстрой, потому что они летят на нее, а потом дохнут. Летят они с балкона. Ну вот. Мы находимся практически в центре города, но здесь вот так вот. Да, мне здесь спать. Ему здесь спать. А некоторые из них, кстати, еще шевелятся. Вот, вот это, например. Да. Бросок на восток, желает вам спокойной ночи из Западной Сибири. Спокойной ночи от броска. Смотри, как она брыкается, смотри. Она борется за жизнь. Но жизнь ее сочтена.